Находясь недалеко от детского магазина, в этом районе есть прикольный магазинчик. Можно зайти, поискать кирухи, подарок на 8 марта. Чем, в принципе, сейчас и займемся. Может быть, что-то и выберем. В принципе, может быть, кто-то захочет своему ребенку какой-то подарок приобрести из этого магазина. Это можно сделать, потом по ссылке в описании будет прикреплена точка, где находится сам магазин. С его названием, с его сайтом. Как-то так. Высотка. Еще одна высотка. Но это вообще какой-то дом с ухом. Кто знает, что это такое, можете написать в комменты. Гигантское бетонное ухо какое-то. Вот так вот это безобразие выглядит с торца. Там есть какие-то руны непонятные. В общем, какое-то гигантское ухо цветное. Ладно, едем дальше в магаз. Так. Магнитная доска с ластиком и мелом. 190 рублей всего. Есть еще белая. Магнит за 260. Чуть больше, чем А4 форматом. С маркером, стиралкой, буквами и штампом за 300 рублей. Касса буквы слога. Разные стиралки. По 30, по 40 рублей. Для белой доски. Это называется вредность. Вредно ли? Он 920 стоит, да? Они идут, там есть синий попадает. Ну я понял, синий, да. Красный. И такой еще робот, да? Да. 960. Он тоже стреляет, да. И этот самый. Вот вы делаете. Попала я в точку, да? То, что это проверка. Вот тут можно вообще рисовать за 680 рублей. Картины недорогие по 650. Живопись по номерам. Разукрашки. Детские пазлы и кубики. $200-220 рублей. Разные производители.